Здравствуйте. Меня зовут Мириам Lancewood. Муж моей мужчин живем в дикой природе Новой Зеландии 7 лет. Мы ходили как кошевники, готовили еду на костре, мы спали в палатке, я охотилась на диких животных, чтобы поесть. Я написала книгу о нашей жизни. Она называется «Woman in the Wilderness». Я думаю, что эта книга заинтересовала большую аудиторию. Спасибо.